По дороге цепочки ползут три черепахи. «За мной ползут две черепахи», — говорит первая. «За мной ползет одна черепаха». «И передо мной ползет одна черепаха», — говорит вторая. «Передо мной ползут две черепахи, и за мной ползет одна черепаха», — говорит третья. Как такое может быть? Они ходят по какой-то замкнутой цепочке. Ну, по кругу, да? Ходят. Да. И тогда каждая из них... А самая младшая будет видеть двух черепах, но за ней-то еще кто-то есть. Подожди.